І далі про це, і не тільки сьогодні в ранішній студії програми «Дніпрофутбол», ми будемо говорити з гостями нашої програми. Вперше у нас в гостях головний тренер жіночої команди, збірної команди України з хокею Євген Аліпов і президент «Королеви Дніпра» Таня Ткаченко. Дозволю собі чарівну жіночку таку назвати, вона не перший раз у нас у студії. Євген Леонідович, скажіть, чим було викликано саме проведення зборів у Дніпрі, якщо сьогодні говорити? Наскільки вдалими виявилися ці 6 чи 7 попередніх днів, які ви працювали? Я знаю, що у вас були тренування і на землі, і на ковзанці безпосередньо на льоду. Чи вдалося виконати той обсяг запланової роботи, який було передбачено планом? Да, спасибо за слово. Мы решили провести эти сборы здесь, в Днепре, потому что для популяризации хоккея, в частности, именно женского хоккея, чтобы пришли девочки, посмотрели, что тренируется женская сборная. Женская сборная у нас собрана со всех регионов нашей страны. Здесь нам все нравится. В гостинице мы, у нас проживание в хорошей гостинице. Питание у нас хорошее. Лед соответствует стандартам и подходит для проведения сбора в национальной сборной. Все запланированные тренировки, то, что мы запланировали, мы пока выполняем. Девочки стараются, выполняют полностью тот объем и то, что мы от них требуем. В первую очередь, конечно, мы собрались и опять мы очень сильно омолодились. Мы много, больше половины набрали до 18 лет девочек для того, чтобы их посмотреть и их научить и подготовить тому, чтобы через какое-то время, буквально через ближайшее время, они смогли стать лидерами команды и повести команду за собой. Потому что мы прекрасно понимаем и видим везде, та же сейчас там сборная России, которая сейчас идет, элит-дивизионы, они очень сильно омолаживаются, потому что все-таки за молодыми будущее. И у нас в нашем хоккее то же самое, что хорошо, что у нас есть подрастающее поколение, которое, я надеюсь, сейчас в ближайшее время оно вырастет и будет вести к победам нашу команду. Таня, ну, запрошення команди такого масштабу, мається на увазі національна збірна, звісно, не обійшлося без гостинних господарів, як сказав Євген Леонідович, що його все влаштовує, створені гарні умови для проведення. Як ви працювали у цьому напрямку, тим паче, що я бачу, що в складі переважно більшість гравчинь збірною це столична україночка складає, але є гравці Поліна Лубенець, ти входиш, ще дівчата є із дніпровських королев. Наскільки, скажімо так, для вас було несподівано, чи ви виступили ініціаторами, щоб запросити збірну сюди, до нашого міста? Ну, звісно, я не скрою, що ми пропонували такий варіант в надіжді. Просто на деяких совещаннях обговорювався такий вопрос, і нам би дуже хотілося побачити збірну і показати нашому молодшому поколінню. У нас вже є маленькі команди, ви знаєте, дівчаток маленьких. Вот. Ми хотіли би їм показати, що то есть результат. То есть есть не только взрослые команды, а есть вертикаль роста. И у этого роста есть история. История началась женского хоккея настоящего. Да? Первый кубок, я знаю, вы нас приглашали, мы вам его привозили. Он был в Днепре. Да? Скажем так, новітня история жіночого хоккею Украины. Это уже 2000-е нулеві, вернее, даже навіть 2016-17 роки. Да, и для нас большая честь, что мы можем сейчас показать результат спустя 5 лет, какие были победы, какая сейчас сборная, какой ее состав, и что ее состав омолодился. И просто было, ну, невероятной радостью узнать, что это произойдет в Днепре. Наш город очень красив в это время. Мы показали девушкам и набережную нашу новую, и вот пока двигаемся по городу, тоже показываем наши красоты. Да, Днепр цветет, и всем очень нравится город. А что касается конкретно подготовки и тренировочного сбора, да, ледовая арена нас приняла, только сейчас может принять, потому что пока еще не стала работать школа. Детская школа заходит с 1 сентября, поэтому нам повезло вдвойне, что у нас была возможность не просто тренироваться, а два раза в день. Евгений Леонидович, да? Не только для Днепра, мабуть, лід катастрофа, чтобы его найти, так что... Да, 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 во всей Украине проблема большая. Очень большая проблема, вот поэтому и девушкам маленькая
маленьким девочкам, всем, кто желает прийти в хоккей. Мы показываем сейчас результат. Мы тренировались ежедневно и приглашали гостей на наши тренировки. И надеемся, что с гордостью также понесем это знамя и придем к победе, и весь Днепр будет, не только Днепр, вся Україна буде за нас болеть. Євген Леонідович, ну у нас, якщо подивитися на історію жіночого хокею України, то десь такий був сплеск, розпочинаючи спочатку 90-х років до 95-го року, потім іде такий, скажімо, яма, практично його відсутність, і ось десь наприкінці вже там 2015-16-17-18 команда знову з'явилася. Як виникла у вас ідея? Ви весь час грали, тренували команди чоловічі, юнацькі команди, жіночі команди. І наскільки важко працювати з жінками, тому що я не з багатьма наставниками і з тим Майзліним, якщо ви знаєте, тренер по баскетболу, ну він говорить там, жінки це потрібно мати когось там, ну пряник когось там, любити когось, цілувати когось, бити там, тим паче, наскільки вам легко роботається, що, працюється, тим паче, що у вас там дві доньки грає в цій команді, і батько головний тренер. Ось якщо таку таємниці жіночої команди, жіночого хокею, які характеристики, які труднощі? Ну, трудности, что все-таки еще идет очень медленно это развитие именно женского хоккея у нас, ну, наверное, во всем мире по-разному он как бы в каждых странах идет. И у нас был вот сейчас немного начался всплеск, хотя бы разрешили, чтобы девочки в конечном итоге, которые приходят, они их зачисляли в детские спортивные школы. И мы видим, что сейчас во многих командах играют по одной, по две, по три. Даже здесь, вот в Днепре, по-моему, собрали там их 12 девочек, и именно такая женская команда. Да, там, да, поэтому в этом плане, ну, это очень здорово, это очень хорошо. Но все равно идет медленными темпами. Наши все хоккеисты и тренера, они больше, конечно, нацелены на мужскую аудиторию, на мужской хоккей, и поэтому к женскому они относятся, ну, так, не очень. Ну, для меня хоккей, он есть хоккей, что женский, что мужской, он, в принципе, одинаковый, все те же самые проблемы, что там, что здесь, и человеческий фактор, и ледовый фактор, и техника, и тактика, ну, все что угодно. Но хочу только сказать, я так как пока вижу, что все-таки в женском хоккее девочки все-таки более чуть дисциплинированнее, более ответственнее. Ну, а так все те же самые проблемы. Скажите, наскільки я знаю, ми з Танею тут спілкувалися в цій студії, час так невпинно летить, я вже там втратив реальність через цей коронавірус. Я знаю, що останні змагання були в Ісландії, да? Чемпіонат, другий дивізіон Б. Да. Ви там невдало виступили, наскільки мені, там команди Туреччини, Ісландії були. Які плани найближчі і чи поставлені федерацією турнірні завдання для вас і ви як особисто наставник? Чи ставите? Звісно, кожен тренер, максималіст і хоче завжди більшого. Ну, звісно. У нас задача, сейчас ми готуємося к предстоящему чемпіонату мира, который в ближайшее время должен состояться, но мы еще не знаем, когда, потому что это будет на полугодичном международном конгрессе, да, и там как раз будут оглашены все дальнейшие чемпионаты мира и где, кто и когда будет проводить. Мы пока ожидаем, в ближайшее время, это сейчас этот полугодичный конгресс состоится. Хто на сьогодні залишається в другому дивізіоні Б, так у нас просвітіть у цьому напрямку, чи реально там підвищення у класі? Мы со второго дивизиона, получается, вылетели в третий. И это последний сейчас, на данный момент, это последний дивизион. То есть, кто там поруч с нами? Не Сан-Марино, Лихтенштейн? Нет. Там такие команды, как Гонконг, Болгария, Румыния, Литва. Там уже насобиралось 8-9 команд.
Конечный список участников вот будет тоже определен, потому что все-таки этот коронавирус, конечно, выбил из колеи многие страны. Кто-то занимался, кто-то не занимался, кто-то продолжал. Вот сейчас Федерация хоккея Украины, мы им отдать должное то, что они для нас сделали два сбора. Мы сделали весной сбор после весенней... весной сделали сбор после чемпионата Украины, который, конечно, состоялся в такие сжатые сроки. Всего лишь смогли три команды пока насобирать, и они между собой сыграли, и мы сразу сделали этот сбор. И точно так же сейчас мы сделали этот сбор. Нам это помогло информативно в том, что мы видим, какие девушки, девочки, кто у нас есть, и на кого мы можем рассчитывать, на кого мы не можем рассчитывать. Естественно, что сейчас, если начнется чемпионат Украины по женскому хоккею, мы будем дальше смотреть всех кандидатов и рассматривать всех, кто будет сильнее. Мы будем, только по спортивному принципу. Мы не заглядываем в паспорта. Мы, естественно, смотрим, чтобы у нас было больше молодых девочек, и даем им больше, чтобы они развивались. Но мы знаем, что спортивный принцип есть спортивный. Кто сильнее, тот и будет в основе играть. Вы задали про прийдешній чемпіонат України. Ну, звісно, до дніпровських команд ми поспілкуємося безпосередньо з Танею. Скажіть, Україночка, Київ, да, Пантери, Харків, можливо, дві команди дніпровські. Чи буде ще якась столична команда? Скільки команд очікуєте в цьому чемпіонаті? Поки планується 6 команд. Планируется 6 команд, и планируется их разбить на 2 части. То есть все-таки команды Украиночка, Пантеры и Королевы из Днепра, они такие команды, которые посильнее всех остальных. Поэтому они будут играть между собой. И 3 команды, которые немного послабее, они будут играть между собой тоже. И команды те, которые будут послабее, из них вот эта одна команда под конец чемпионата добавится четверку. Да, для того, чтобы эти 4 команды уже между собой разыграли полуфинал и финал. То есть, чтобы создалась какая-то конкуренция, чтобы было намного интереснее. Таня, що у нас на теренах дніпровського хокею? Було 2 команди, потім стала 1 команда. Які плани на цей сезон? Я думаю, что обе команды зайдут. Все говорят об этом. Наша команда уже приступила к тренировкам. Мы тренируемся на ледовой арене. И вы знаете, что это самая большая проблема. Она у нас одна и просто времени. Мосс-Сити один час тренировались. Мы начинали в Мосс-Сити. Там очень маленький каток. И для того, чтобы делать упражнения уже взрослому хоккеисту, для детей вполне достаточно. Парафин. И ледовое покрытие, тоже. Это не стандарт, и это просто только для отработки техники может работать, но это не для подготовки команды. Та же самая проблема, что невозможно подготовить команду женщин в первую очередь. Давайте обратим внимание, что это девушки и женщины, которые катаются после 22:00. У них тренировка заканчивается в 1:00 и так далее. То есть вот эта проблема и мешает нам, собственно, подготовиться качественно, хорошо и привлечь в команду девушек, которые могли бы донабрать еще, в команду, потому что любая, кто обращается, на самом деле желающих действительно появилось много, детей приводят очень много, с детьми хорошо, мы отправляем их в ДЮСШ, они занимаются в дневное время, женщин, просто невозможно, времени пока нет. Мы воспользовались паузой отсутствия школы и сейчас тренировались в вечернее спокойное время, в 6-7 часов. Но сейчас вот этот момент закончится, и все. Я пока не знаю, как готовить команду. Честно вам скажу, что... Наскільки мені розповідав керівник осередку, відокремленого осередку Федерації хокею, пан Костянтин Таратута, він говорив про те, що планується вже незабаром там зведення купола, куди підуть фігуристи, дай Бог, і звільниться, більше місця стане для занять безпосередньо хокеєм. Ми згадували з тобою про команду, я там декілька разів приїздив, там ми робили сюжети, команду хокейного клубу, команду «Ягуар», тому що важко там спортивні школи, щоб нікого там не обідати. Скільки там дівчаток сьогодні займаються, чи є там ті дівчата, яких можна вже побачити в вашій дорозі? Взрослой команде. Да, появятся 2 девочки в взрослой команде, но я бы хотела все-таки дождаться начала чемпионата и убедиться в том, что они готовы, и они попадут в состав, и мы с вами их узнаем. Да, это молодые девчонки. Леонид Леонидович, на закінчення нашої розмови, після
того, як ви провели тренувальний збір у Дніпрі, звісно, всі в очікуванні чемпіонату, тому що він як віддзеркалення справжньої сили, готовності команд і того чи іншого гравця. На що далі буде спрямована робота? Чи буде якийсь ще тренувальний збір? Звісно, знову ж таки, ми можемо тут планувати багато, але якщо Федерація світового хокею і європейського хокею ще не визначилася з календарем і з датами проведення, але також жити в очікуванні того, що там скажуть, треба щось робити. Да, да, у нас все заплановано, у нас на этот сезон заплановано ще 3 збори. То есть у нас в ноябре, в декабре и в феврале запланированы эти сборы. Но все зависит, опять же, от дат чемпионата мира. То есть ему может поменяться, потому что чемпионат мира может быть в декабре, может быть в январе, а может быть в марте. Например, мы как бы рассчитываем все-таки, что это будет чемпионат мира в марте, для того, чтобы еще лучше подготовиться. Поэтому мы тогда в ноябре, в декабре у нас будут точно такие же сборы. И потом в феврале, и потом непосредственно перед самым чемпионатом мира. То есть это дает нам время, это дает нам возможности подготовить команду хорошо для того, чтобы и ставим мы высокие цели, чтобы выиграть этот третий дивизион и пройти дальше, выйти во второй. Ну що ж, я вам бажаю, щоб ваші всі мрії здійснювалися. Я і всі ми будемо раді, якщо складовою цього успіху буде цей тренувальний збір у Дніпрі. Я дякую вам за те, що ви знайшли час, цей ранковий час, даруйте за татологію до нас завітати. Нагадую нашим телеглядачам, що гостями в ранішній студії програми «Дніпро футбол» були головний тренер жіночої збірної України з хокею Євгена Ліпов та чарівня Тетяна Ткаченко, президент і граючий тренер команди Дніпровські королеви. Я дякую вам, панове, успіхів вам. Чекаємо в гості, чекаємо на ваші успіхи і перемоги. А наша програма продовжується, і ми йдемо далі.